Президент Татарстана заложил памятную капсулу в основание Болгарской исламской академии. В содержании свитка обращение к потомкам на четырех языках с просьбой хранить духовность и ценности ислама, мир, веротерпимость и уважение. В Казани проходит Всероссийский форум «Здравница-2016». Его участники обсуждают значение санитарно-курортного комплекса в сохранении здоровья нации. Инициатива жителей Татарстана по отмене ЕГЭ получила поддержку во многих регионах России. Напомним, Национальный комитет родителей организовал сбор подписей против единого госэкзамена 17 мая. За несколько дней волонтерам удалось собрать около 10 тысяч подписей. Медведев выделил КФУ почти миллиард рублей на повышение конкурентоспособности. Право на получение субсидий Казанский федеральный завоевал еще весной этого года на защите дорожной карты перед экспертами Международного научного совета проекта 5100. Байкеры Татарстана открыли мотосезон рекордным пробегом. 21 мая по улицам Казани проехала колонна из 800 мотоциклов. Обширный маршрут пролегал до автодрома «Казань-Ринг», где позже прошло красочное шоу. Казанская велоночь собрала около 5000 участников. В этом году велотуристы совершили экскурсионную прогулку по объектам авиационной промышленности Татарстана и проехали в общей сложности 28 километров. В КФУ может появиться школа парламентской журналистики. С таким предложением выступил председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. В Казани начался чемпионат Европы среди женщин-полицейских. За главный приз будут бороться команды из 8 стран.